Онкологический десант высадился в энергетике точно по расписанию. Преодолев свыше 300 километров на вертолете, уже в 10 часов утра врачи начали прием. К специалистам из областного центра выстроилась очередь. Я до последнего не знала, что врачи приезжают. Хотела ехать или в Орск, или в Оренбург. А тут мне сказали, что приезжают сегодня врачи. И вот очень хорошо, очень быстро все. У кабинета мамолога Ларисы Никитиной несколько десятков женщин. На прием к медику пришли даже те, кто не был предварительно записан. Простите, смотрю, сколько времени я не заняла. Хорошо? Все, кто пришли. Онкодесант высаживается в различных районах Оренбуржья, начиная с апреля прошлого года. Главная цель работы – максимально приблизить высококвалифицированную помощь к жителям отдаленных районов области. В составе рабочей бригады – дерматоонколог, онкогинеколог, онкоуролог, специалист по опухолям головы и шеи, цитолог, врач УЗИ. Там, где мы востребованы, мы стараемся посетить. Во-первых, это позволяет и нашим специалистам оценить, как ведется работа по выявлению онкопатологии на местах, посмотреть материально-техническую базу, довести эту информацию в том числе и до Министерства здравоохранения. Как показывает практика, первичная лечебная сеть в Оренбургской области работает достаточно на высоком уровне. Помимо первичных осмотров, специалисты провели контрольное обследование. 40 человек, состоящих на учете в областном онкологическом диспансере, не уезжая далеко от дома, получили возможность убедиться в том, что их здоровью ничего не угрожает. Она пришла к местному, к терапевту. Терапевт, он не специализируется на заболевании головы и шеи. Возможно, он бы направил именно в онкодиспансер. Всего на приеме, организованном в энергетике, побывали 162 человека. По итогам осмотров и консультаций у 12 пациентов выявлены злокачественные новообразования на ранней стадии. Исключена онкопатология у 96 человек. 14 направлены на дообследование в специализированные медицинские учреждения.